Так, всем привет. Сейчас я хочу немножко поиграть очень спокойные звуки. Философию в этом словесной немного. Просто нужно слушать, ощущать, как звук попадает сюда, отражается, там отражается и в итоге попадает в мозг. Вот это самое интересное, что ток из розетки через эту машину, вот этот электрон, попадает сюда и тоже превращается в ток. Ну, то есть мы же как ушами слышим. Уши реагируют на давление звуковое. Потом все это преобразует в электрический сигнал. И уже вот эти электрические сигналы попадают в мозг. И мозг, то есть, их обрабатывает и получает из этого уже какую-то информацию. Получается информация из розетки. А ученые, по-моему, до сих пор не разобрались до конца, что такое вообще электричество. И вот эта вот странная штука из розетки попадает в мозг. Это кажется каким-то удивительным чем-то. А вам? Вы напишите в комментариях. Кажется ли вам это чем-то удивительным? Ну все, я буду играть.
Так, сейчас я хочу. Покрутить другой теперь звучок. Сейчас я над ним поиздеваюсь. А потом его добавлю к тому, который мы накрутили только что. Это какой-то такой... вечерний. Похож на летающую тарелку. У него задействовано один только осциллограф, поэтому можем будет в какой-то момент добавить второй. Ну, посмотрим. Может быть, и не надо второй добавлять. Thank you.
Только увидел твой комментарий. По виду. Только прекрасный ник.
интересно просто сделать какую-то такую вот штуку, как сейчас. И оставить. Просто слушать. Да, вот подумал, можно еще какую-нибудь рандомность сюда внести. Сейчас попробую.
все, ребят, она играет сама. Хоть до утра так будет балалайка кто-то играть. Иногда мне становится страшно, потому что уже я не знаю, кто играет. Я это играю или она сама? Вот то, что там поет кто-то, подбывает, это я не ожидал.